Используя беспроводные инструменты для заклепки от Gizipa, создателя заклепочной аккумуляторной техники, вы независимы и мобильны. В AccuBird и PowerBird используются ионно-литиевые батареи высокой мощности. В инструменте хранятся 4 сменные насадки и монтажный ключ, что способствует их быстрой смене. AccuBird обрабатывает заклепки из всех материалов диаметром до 5 мм, а из алюминия до 6 мм, а также заклепки BulbTight диаметром до 6,3 мм. PowerBird обрабатывает заклепки из всех материалов диаметром до 6,4 мм, а заклепки из алюминия до 8 мм. Серия PowerBird Gold Edition предлагает еще более высокую мощность. AccuBird или PowerBird. Для всех приборов действуют следующие советы и указания. Вы увидите их на примере AccuBird. Перед первой эксплуатацией зарядите аккумулятор в зарядном устройстве Gizipa. Теперь прибор готов к эксплуатации. Встроенный подвес позволяет производить работы на балансире. На заводе устанавливается самая большая насадка. В инструкции вы найдете, подойдет ли она для вашей заклепки. Слишком большая насадка может привести к деформации головки и нарушениям работы прибора. Для смены насадки выкрутите ее с помощью монтажного ключа. Затем, в соответствии с приложенным обозначением размеров, выберите подходящую насадку и установите ее. Для облегчения установки новой насадки в процессе ее смены удерживайте пусковую кнопку. Если насадка вкручена до упора, затяните ее и снова отпустите пусковую кнопку. Ненужную насадку поместите в магазин на корпусе прибора и закройте его. Использовать AccuBird и PowerBird легко и просто. Отломанный дорн заклепки автоматически выбрасывается в приемник движением опрокидывания. Регулярно опустошайте приемник с использованными дорнами. До процесса установки в любом положении инструмента заклепка удерживается в крепежной насадке. Ее можно приобрести отдельно. Регулярная очистка предотвращает поломки. В целях безопасности перед очисткой всегда извлекайте аккумулятор. Открутите стальную гильзу с помощью гаечного ключа на 27. На данном этапе вы уже можете удалить отложение из стальной гильзы. Теперь можно очистить корпус зажимного патрона. Смазать маслом зажимные кулачки. И нанести смазку на пластиковое кольцо. При ежедневном использовании прибора мы рекомендуем регулярное техническое обслуживание и очистку всего зажимного механизма. Раскрутите корпус зажимного патрона с помощью гаечных ключей на 14 и 17. Теперь можно снять и почистить зажимные кулачки патрона. Ногтем проверьте состояние зажимных кулачков патрона. При необходимости замените комплект зажимных кулачков патрона. Теперь вы можете смазать корпус зажимного патрона обратно, вставить зажимные кулачки
и закрутить все детали. Вам необходимы для работы особые насадки и удлинительные гильзы. Особые принадлежности вы найдете в текущем прайс-листе на веб-странице Gizipa. Gizipa на долгие годы желает вам приятной работы, надежно, практично и с гарантией качества. Gizipa. Профессионалы в области заклепочной техники.